Так, ну вот, кофе я себе сделал. Сейчас покажу. Я его молол. Это молотый кофе. Видишь, вот такой вот. А кофе я давно покупал, который мне нравится. Это сейчас фазу не подоцену. Это называется такой костариканский кофе. Сколько тут? Ну, почти 2,5 килограмма. Вот кофе в холодильнике хранил. Это у меня банки с кофе. Теперь закрываю эту штуку. Воду я уже налил. И все. Видишь, да, он уже начинает там капать. Вот. 5 минут, кофе готово.